Всем привет! Сегодня приехал я на рыбалку. Опять, наверное, по твердой воде заключительный раз попробовать половить крупную воблу. Не знаю, сменил полностью тактику, переделал снасти, немного по-другому сделал. Буду ловить сегодня не на опарыша, а на червя. Затем другую прикормку купил. В общем, буду смотреть, в чем дело, почему рыба не клюет у меня. Плавать плавает, все мы это видели. А вот клевать не клюет. Вот в этом вопрос. Поэтому я все переделал. Сегодня буду рыбачить по новой. Посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что все-таки наловлю я сегодня крупняка. Будет он брать. Все. Жара последние деньки стоит. Наверное, когда назад пойду, вот здесь уже все прилично подтает. Не знаю. Видно будет. Но тепло довольно-таки. Сейчас, по-моему, даже уже плюсовая температура. Все, поехали. Сейчас я на прежнее место по карте выставил точку. Дойду именно туда. Там же буду ловить. Не могу найти прям то же самое место. Ну, уже много времени прошло. Конечно, здесь уже и подтаивало, видать. Не, точно не найду. Ну, придется вставать в другом месте. Ничего не поделаешь. В принципе, разница, думаю, невелика будет. Да, я знал, что сегодня будет тепло. Специально день подбирал. Но я не думал, что сегодня будет прям жара. Потому что сегодня, ну реально прям жара. Так, прикормку обязательно. По прошлым рыбалкам я понял, что без прикормки ловить, как бы это, бесполезное занятие. В общем, вчера подготовил я две удочки. Убрал мормышки с них. Это вот последние два года моей рыбалки я рыбачил на мормышке. Раньше до этого я мормышки никогда не использовал. Делал вот такую вот снасть с обычным крючком маленьким, с грузилом. Вот посмотрим, как эта снасть будет работать. Потому что-то ловлю на мормышку, но мне совсем не понравилось. Все, сегодня буду ловить вот так на червячка. Опарыша, наверное, не буду использовать. Правда, он у меня есть. В комментариях писали, ставь красного. Был у меня и красный опарыш, и белый. Разницы абсолютно никакой. Клев одинаковый. Все-таки, насколько я помню, даже по весенним рыбалкам, когда на поплавочку ловлю, что все-таки на червя рыбка покрупнее клюет, чем на опарыша. Посмотрим. Сегодня половлю. Одну снасть буду делать немного от дна. Вторую буду полностью ложить на дно крючок. Посмотрим, какая лучше будет действовать. Ну, уже поклевка. Даже не прикармливал. Может быть, и не придется сегодня прикармливать. Ну, кто там? Наверное, все-таки мелочь, я так понял. Поклевки слабенькие. Похоже, я сразу в стаю попал. Даже приманивать не пришлось. Сейчас камеру опустим, посмотрим, что там творится.
Есть ли там рыба, вообще нет ее. Ну, а здесь даже без прикормки ходит вобла мелкая. Целая куча. Ну, правда, вообще самая мелочь. В прошлый раз, когда я здесь был, здесь изначально без прикормки ходил только самый крупняк. Вот сейчас чувствую, прикормить здесь. Вся мелочь соберется. Ну и крупняка по-другому, наверное, никак сюда не зазвать. Кормить все-таки придется. Мелочь мелочью. Ну, надо как-то и крупняка сюда призвать. Такая прикормка сильно рассыпчатая, очень сильно перемолотая, и плюс она вот хорошо не держится, прям интересно. Предыдущая прикормка как-то она более кучная была. Такую может и сносить, кстати. Ну, думаю, она сейчас на дне так развалится вся. Посмотрим, как она будет действовать на рыбу. Если что, предыдущая прикормка у меня еще есть. Ну вот, начала подходить вобла. Пока что мелкая. Всего парочку увидел. Более-менее таких нормальных. Сейчас посмотрим. Ну, кормить буду без остановки, скорее всего. Потому что вот в прошлый раз, когда я кормил без остановки, здесь рыба была всегда. Постоянно крутилась. И размер менялся рыбы. О, то крупная, то мелкая клевала. Вернее, клевала только мелкая, но крупная плавала здесь. Блин, вот докопались до червя мелочь. Нормально на червя, конечно, клюют. Но, правда, мелкие очень. Сейчас подождем. Буду кормить, в общем. Налетают сразу же. Он только опустил... Дербанит червя. Не может втянуть полностью. Так, за краешек. Чисто дергает. О, попался, блин. Вот такой он. Ничего, настрой есть. Сейчас. Будет и крупняк ловиться, это 100%. Пока, конечно, прям совсем мелочевка. Ну вот видите, допустим, даже вот на крючок, не на мормышку, мне вот даже мелкие попадаются лучше, чем то, что было на мормышку. Вот они дербанили, они клевали именно со стороны мормышки, где шарик. Не самого опарыша, а вот именно саму мормышку. Ух ты, какая крупная. Ну-ка, иди сюда, посмотрим, какого ты размера. Во. В камере ты, конечно, выглядела покрупнее. А так, ничего, интересный размер. Но... О, крупничок пошел. Ну-ка, давайте клюем. Ух ты, прям много подошло крупника. Ничего себе. Жаль, крючок снесло. Не видно, кто именно клюет сейчас. Но рыбеха там плавает уже крупная. Да, вот видно, леску натянуло в сторону берега течения, видимо. О! Ах ты! А, нет, сидит.
Думал, свалило. О! Ну, это, наверное, за все три дня рыбалки самая крупная. Такая хорошая уже пошла. Насаживаю прям вот так огромного червя, чтобы мелочь не заглотила. В камере там, видать, уже все крупнее и крупнее рыбка подходит. Надо потихоньку прикармливать, чтобы никуда не ушла. Ну, такой размер, это уже, в принципе, как бы подходящий, да? Даже на завялку, но все равно нет. Все равно я буду ждать рыбешки еще крупнее. Потому что чувствую, что все-таки сегодня мне удастся половить кого-нибудь покрупнее. Прям вот я практически в этом уверен, что кто-то да попадется все-таки. Ну, сейчас крупная ходит. Наверное, я и второй крючок прям на дно опущу. Потому что вот со дна неплохо берет такая более-менее крупная рыба. Вот на висячку долбит мелочевка в основном. Ух ты! Ничего себе! Во! Укрупняемся по чуть-чуть. Надо не переставать кормить. Но заглатывают сильно крючок, блин. Мормышку так сильно прям не заглатывали, как вот именно крючок. Донную снасть тоже поклевка есть. О, камеру что-то снесли, похоже. Ну вот еще немного крупнее и нормально будет. Да, конечно, надо бы, наверное, побольше крючок поставить, чтобы так сильно не заглатывали. Хочу поставить покрупнее крючок. Надоели эти заглоты уже. Вот не знаю, какой поставить. Может быть, вот такой вот легкий форелевый поставить. Давайте его и поставлю. Это, конечно, не крючок для такой рыбалки, но вот эта мелочь достала уже, ловится на каждом забросе. Буду ждать, в общем, рыбу, которая способна вот такой крючок заживать. Ну, сейчас проверим, здоровый крючок, здоровый червяк. Посмотрим, что из этого выйдет. Здесь я уже не перезаряжаю ничего, потому что просто нет времени за двумя удочками следить. Клев вообще нереально бешеный. Все.
Все, ложу на дно. И жду поклевку. Постоянно по чуть-чуть подкармливаю. Прям самую малость. Чтобы главная рыба отсюда не ушла. Крупная именно. Потому что они здесь ходят только так. Ну, уже поклевка. Ну, думаю, сейчас они, ну, говорю же, так попадаться уже не будут. На каждой поклевке. Клевать будут, а вот попадаться нет. Это уже если кто-то покрупнее там будет, тогда да. А поклевки, о, постоянные все равно, как ни крути. На большой крючок, в принципе, пока что рыба идет та же. Пока не снимаю, в общем, всего. Потому что смысла особо нет. В камере крупняк исчез. Хотя нет, вот есть. Но пореже, чем до этого был.
Ну, перестаешь кормить, и остается одна мелочевка практически. Ну, правда, хоть что-то видно становится. А то вообще муть такая поднимается. Рыба закрывает полностью весь обзор. Ну, сегодня, по крайней мере, рыбка клюет покрупнее, чем прошлые разы. Да, это не то, что я хотел бы все-таки наловить. Но время так провести тоже интересно. Ничего, скоро уже будет открытая вода. Уже начало теплеть так прилично. Вот тогда половим в заливах, в облу, на поплавочку. Вот это будет, конечно, поинтереснее занятие. И там уже 100% будет крупничок. Мелочи там просто будет не место. Хорошая. В общем, я подумал, решил сейчас вот таких вот штучек 10 поймаю. Таких нормальных. Вот что у меня дома лежит на завялку рыба. Но я никак не насобираю, сколько мне надо. Сейчас вот таких наловлю чуток. Чтобы было хоть что завялить. А то мне там штучек 7 у меня есть. Как-то с ними возиться неохота. Еще бы начали клевать вот эти огромные хвосты, которые там плавают. Пойдет, пойдет. Смотрите, сколько рыбы там. Аж накишит все. Вон она, стая огромная. Вот это все пришло на прикормку. Вон сколько ее. Я сейчас ближе ко дну. Там еще больше. Во. Ну, здесь и покрупнее. Вот она у дна трется. Ну, нормальная такая, пузатенькая. О, хорошую поймал. Вот это уже нормальная. О, ну вот, теперь смотрите, какая должна быть рыба. Вот. Вот это вот размер, а не то, что я до этого ловил. Вот она. Ну и то, это еще так себе. Бывают и покрупнее. Вот, наконец-то, поймана рыбеха. О, вот это другое дело совсем. Вот сейчас к вечеру
Я уже давно не кормлю. Поклевки реже. Рыбы также полно. Но поклевки намного реже. И попадаются именно такие покрупнее. Вот это уже поинтереснее рыбалка. Мелочь перестала вот так долбить постоянно. Вот опять-таки непонятно почему, да, так. Плавают гиганты, вот как я сейчас вытащил недавно огромную. То как раз за кем я приехал. На кого я здесь уже третий день охочусь. Ну, почему-то клюнула всего одна вот такая вот именно огромная. А так вот в камере, пожалуйста, там. Видать, их очень много таких экземпляров. О! Еще нормальную взял. В общем, все. Вот последних червячков насобирал. Насаживаю на крючок. Сейчас вот как они закончатся, все, прекращаю ловлю на сегодня. Ну что, все, в общем, вот мои три лунки. На сегодня отрыбачился, в принципе, домой, как уже сказал, с рыбой. Ништяк. Правда, конечно, не половил, как хотелось бы, но я ехал сегодня так на такую рыбалку. В принципе, на часов 5-6 порыбачить, посидеть. Сейчас обратно домой, делами заниматься, в город. Отдохнул, хорошо время провел. Почему нет? Все. Всем спасибо, что смотрели. На следующей рыбалке будет интересней. Я вам это обещаю. И она будет в другом месте. И на другую рыбу. Все, пока-пока всем.